А вы знаете, на что нужно тратить деньги? Вы знаете, многие люди зарабатывают деньги и не умеют ними распоряжаться, потому что как только они получают деньги, вместо того, чтобы отправить их на погашение своих долгов, кредитов, они начинают их тратить на какие-то фендеклюшки, на какие-то распродажи, и потом опять по кругу получается, что у человека не хватает денег. И дело в том, что вы должны понимать о том, что как только вам дается возможность, вы просите у Вселенной, у высших сил, у своего ангела-хранителя, чтобы открыл вам возможности к достатку, к благополучию, и человек сразу, как только начинает получать первые деньги, он начинает их бездумно тратить на какие-то вещи, которые, возможно, ему вообще-то не нужны. Он начинает тратить на то, что ему вообще не нужно, одалживать кому-то деньги. А это, друзья, делать нельзя. В первую очередь, как только вы начинаете зарабатывать деньги, вы сразу должны рассчитаться со своими долгами. И следующий этап, который вы обязаны для себя сделать, это радовать себя. Помните о том, что как только вы зарабатываете деньги и не покупаете вот то, что вас может это вдохновить, порадовать вас, что вы смогли достигнуть таких целей, знаете, вы тем самым показываете Вселенной, что по большому счету вам эти деньги не нужны. Очень часто бывает так, что человек зарабатывает деньги, начинает их тратить на друзей, на родственников, помогая им в чем-то. Бескорыстно при этом. Это нормально, казалось бы. Но у Вселенной другое видение понимания. Потому что, с одной стороны, вы просите деньги для того, чтобы купить квартиру, а с другой стороны, вы зарабатываете деньги и начинаете всем раздавать, потому что вам жалко кого-то. Помните о том, что вас никто никогда не будет жалеть. И жалость – это такое вот не очень хорошее чувство. Многие бьют на жалость, но потом оказывается, что человек остается у разбитого корыта. Поэтому дорожите своей жизнью, любите свою жизнь, обязательно радуйте себя, да, возможно, у вас есть своя семья, дети, муж или наоборот, жена. Вот это вот тот костяк, который вы должны всегда быть вместе, знаете, как команда. Да, дети после 16 лет уходят, как правило, из дома, и вы остаетесь с мужем или с женой. Вот это у вас должен быть костяк на всю жизнь, потому что разные бывают ситуации. Ситуации, друзья, поэтому тратьте деньги на себя, вкладывайте их в себя, в свое образование, вкладывайте в свое развитие, в свои путешествия, улучшайте уровень своей жизни. Это важнее. Помните об этом. Прямо сейчас ставьте лайк, если вы согласны. В комментариях напишите слово «благодарю». Ну а далее, друзья, вы сейчас видите на экране два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.